Михаила Саакашвили, который в воскресенье буквально вторгся на Украину, все-таки настигли правоохранители во Львове, там же, где он раздавал интервью после скандального прорыва границы. Сам он, впрочем, утверждает, что и не скрывался. Его адвокату в присутствии самого бывшего одесского губернатора и десятков журналистов вручили административный протокол с уведомлением о незаконном въезде. Речь о воскресном инциденте на границе с Польшей, когда беглый грузинский президент буквально смял хрупкое оцепление в компании крепких мужчин и украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. Она, кстати, за это теперь попала в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». В черном списке, куда радикалы вносят всех, кого считают изменниками, значится и сам Саакашвили. Вот как только что сообщил агентство РИА Новости, суд во Львове рассмотрит дело о незаконном пересечении границы Михаила Саакашвили 18 сентября.